Всем привет, с вами Мила, мы продолжаем играть в Assassin's Creed Odyssey. Я тут, конечно, короче, немножечко изменила сложность игры. Чисто попробовать решила, что, будет ли награды там больше или еще что-то. Короче, в настройках сделала высокий и автопостройка по умолчанию. А вот. Автопостройка может сделать игру слишком легкой, а наград слишком... Вот. Может быть, мне будут какие-нибудь легендарные предметы выпадать тогда чаще. В общем, это мы проверим в процессе. Если будет слишком сложно, я, конечно, верну все как было. Но я хочу попробовать, в общем, так. Так, все, мы идем по заданиям основным. Сколько можно? Это я случайно взяла. Тут, оказывается, нужно всяких этих убивать. Если по ходу дела выполню, то выполню. Если нет, то ну нафиг. Мы делаем Одиссею. Так, улучшить копье. Нам еще 4 части нужно собрать. В любом случае, 3. 3 еще нам этих культа. Еще одного культа. Ужин с партией у нас. Вот что у нас, короче говоря. Поехали. Я не знаю, как эти сведения о культистах получать. Я думал, что в процессе игры мы их будем получать. Вот. Не знаю. Беритесь до всех мудрецов, чтобы знать, кто такой перец. Не знаю, надеюсь, что нас как бы по сюжету проведут куда надо. Вот. Потому что если не проведут, то это печалька. Так. Сама-то я как пойму, чего и чего, кого и где. Я тут вот бегала, немножечко задания делала, всякие вот эти повторяющиеся. И мне типа там вылезло сообщение, типа, неподалеку находятся сведения о культисте. И где тут неподалеку и у кого, я так и не поняла, короче говоря. Так, где задание-то, алё? Скорее всего, где-то... А, вот здесь. Ужин у нас, короче говоря, при свечах. Со семейкой нашей. Ну, я думаю, это не конец. Должно еще что-то быть. Ну, нам еще как бы... Одного... Короче, 4 культистов получается. 4 части для улучшения нашего копья. Ну, не знаю. Поэтому по-любому еще что-то должно быть по сюжету. Сейчас вот поужинаем и узнаем. Блин, я надеюсь, я не сильно сложную сложность поставила. Мы посмотрим. Как бы хочется реально какой-то посложнее, чтобы было. Единственное, конечно, когда толпа на тебя налетает, тут уже... Ну, тут уже надо будет думать, типа, как действовать. Не просто мечом махать этими своими кинжалами, а там, конечно, уже в этом плане сложнее, скорее всего, будет. В общем, посмотрим. Не буду загадывать. Но если не понравится, я вернусь, как было. Вот. Милые семейные посиделки. Иногда приходится сохранять внешнее спокойствие, даже если внутри бушует хаос. Чтобы стать лучшим, мало быть сильным. Так говорят лишь слабые. Я покажу тебе, кто слаб. Ну, началось. Петухи, петухи. Ну, во всяком случае, семья в сборе. Ну, Принесу вина. пацаны всегда между собой у них там эти терки, терки. Не, норм, у меня броня прям сверкает. А она как у этого, как у Деймоса, реально, точно, такая же. Точно такая же. Что ж, все прошло удачно? Неожиданно я вновь обрела семью. Значит, такова воля богов. Нам не дано ее познать. Думаю, это все же моя заслуга, Варнава. Мы лишь кувшины, слепленные в мастерских богов. Но кувшины так легко разбить. Помни одно. Что бы с тобой ни случилось, я рядом. Думаю, нас уже заждались на корабле. После тебя. Да, нам там еще 3 морских надо каких-то этих убить. Плюс 1 Мирин, плюс Деймос, плюс Николаус. Что это означает? В смысле? Так я же еще не все сделала. Новая игра плюс. То есть все, этот сюжет типа закончился. Теперь он доступен режим новая игра плюс. Режим начать игру сначала. Не, спасибо.
сохранив большую часть прогресса. Вы не потеряете ресурсы, уровни способности, оружия, снаряжения, также улучшение корабля, так членов команды придется набирать заново. Чего? Наступим только при загрузке файла сохранения, созданного после прохождения основной кампании, его можно выбрать главное меню при нажатии паузы. Чего? Мы помним. Так я же не улучшила копье еще и богов не всех убила. В смысле? Чё? Это я типа сама должна теперь искать, что ли, это все безобразие? А как я должна искать-то? Я же не всех культистов убила. Ну, я по морю, может, плавала мало, может быть, типа... Неизвестный культист. А, смотри, вот тут написано. Подсказку, раскрывающую личность культиста, можно купить в Коринфии. Так, в Коринфии. Это вот этого, да? Здесь что? Вот они, подсказки. Тут я сама, типа, должна искать. Здесь вот нужно ослабить обсидиановые острова. Хорошо. Ну, так я главного-то я не нашла. Так, ну мне надо вот этих всех, тогда я главного, наверное, найду. Короче, надо вот этих сперва. Корабль культиста затонул у руин к северу от Тиры. Знать бы еще, где это. Блин, серьезно? Так, подожди-ка, давай. Это нам уже-то надо это доделать, получается. Тогда только уже все это переходить к этому. К прохождению дополнения. Тут еще вот у нас есть квест, у меня висит какой-то великий побег. Его тоже нужно сделать. Это тоже, наверное, типа дополнение. Ну, вот это точно дополнение. Задание наследия. Вот это тоже задание наследия. А, нет, это задание Корфу. Но это тоже как дополнение получается. Тира. Блин, ну это надо гуглить. В такой большой карте я явно не найду. Видите, а я-то думала... Ну ладно, мы сюжет прошли, как бы прошли. Так. Как там она называется? Еще раз. Культисты. Вот этого нам надо сперва, наверное. Это купить в Коринфии. Так, а где у нас Коринфия находится? А купить в плане, как купить? Так, Мессиния, Арголида, Аркадия, Коринфия. Каких-то торговцев, типа, что ли? Аттика. Вот тебе здрасте. Я думала, меня игра как бы все к всему этому приведет. А, ни хрена, она основное провела, а дальше типа ты сама. Подожди, а где у нас Коринфия-то находится? Лакония, Арголида, Аркадия, Мессиния, Элида. А вот она, Коринфия. И где я тут должна купить? У какого торговца? Ну, это надо будет это, гуглить. Купить... Так, типа знания, да? Оккультисты. Коринфия. Гуглю, а как? А чё, а как еще делать? А чё ты мне, блин, во-первых, не на русском пишешь? Знамя у кузнеца в Коринфе. А, так я вот у него... А, так вот это что за подсказка была? Что типа рядом находится знание о культисте. У него, да, у него действительно продавалось. Я же вот сейчас по кузнецам бегала, да улучшала свой шмот, короче. Ну, покупала шкуры как раз там эти. Вот, кожу, лишь вернее. Бы не заметили. И как раз вот у этого, и у него, я смотрю, типа, какой-то в этих ресурсах, какой-то флаг или что-то такое. Думаю, не знаю, наверное, это что-то где-то это. А это, кажется, реально для квеста нужно товары. Было, смотрите. Где? Купить. А я-то думаю, что за фигня? Вот. Все, это подсказка. Всё? Удачи.
П. Все, одного мы нашли. Показать. Вот, нам же их нужно доубивать. Пустые слова. Оставь при себе. Палант, утешитель, служил культу только ради утоления жажды крови. Утешителем его прозвали в качестве извращенной шутки. На поле боя его жертвы кричали от боли, ужаса, приступе безумия или при смерти. А после битвы слышался лишь громкий ход Паланта. Вот, вот надо его сначала убить. Так, где он находится у нас? Ну, это пока задание оставим, которое там нам... Оно такое, типа, постсюжетное. Так, где он там у нас? Так, это задание, подожди. А сам культист-то где? Мы его как бы отметили, но что-то мы его не отметили, да? Так, культист. Где он находится? Ну, он в море, скорее всего, да, находится? Где-то в море надо искать. Где-то надо в море искать. Вроде бы как, да? Вроде бы он морской. Но это не точно. Вот как понять, где он? Ну, они, на карте не отображается, это точно. Только теперь попробуй его найди, называется. Где же он находится? Всю карту я должна перелопачивать, чтобы его найти? Ты серьезно, что ли? Это же вроде морской этот культист. Насколько я помню. У нас остались только в основном три морских и один такой обычный. А, это значит обычный. Значит, он где-то на земле. Наверное. Нет, обычный это который самый главный. Вот где он может быть? Я хрен его знает. Я что, должна, блин, каждую частичку земли изучать, чтобы его найти? Что, прикалываетесь, что ли, сейчас надо мной? Ну, я же его типа отметила, а где он? Отметить-то отметила, но не вижу. Надо вот это задание убрать, чтобы оно меня не отвлекало. Вот это вот убрать пока. Как мне его найти, блин? Это вот боги Эгейского моря. Это тоже боги Эгейского. А это герой культа. Вот, значит, он не на море, значит, он на земле. Ни хрена себе, я по всей карте его искать, что ли, должна? Ты прикалываешься сейчас надо мной? Учитывая, что, как бы, такие значки, они, как бы, такие небольшие. И где же я его тут должна искать? Так, ладно, как его зовут? Ну, это просто долго очень искать я буду. Палант Утешитель. В каком месте он находится? Утешитель. Так. Ну а что делать? Придется так, потому что это я буду долго. Долго очень. Палант Утешитель. Где он находится? Так, Палант, Палант, Палант. А, герой культа он, да? Вот он, Паланта Утешителя. Можно найти на... А, поле битвы. Ну там, в принципе, подсказки-то написано. Ахея, поле битвы. Это получается так, биоте. Ну, в общем, это где-то вот тут же недалеко. Ну, говорю, ну я бы долго это все искала. Так, вот Коринфия у нас где? Вот Коринфия. Где-то он вот тут. На поле битвы. Вот, вот здесь он типа. Ну, что-то его здесь нету. Странно. Написано, что здесь. А, нужно снизить, короче, стабильность региона и сразиться на местном поле битвы, поле... Во время сражения крутить поле... блин, ну это сложно. Ну как сложно, нам нужно снизить стабильность региона Ахея. Так. Это нам надо убивать всякую всячину здесь получается. А как нам снижать? Регион Ахея, это вот этот регион, да, получается? Так, этот регион. И как нам его понижать? Я даже хз. Убивать вот этих всяких, типа? Предводитель тут вроде бы убит. Я даже хз.
Так, это все. Да, вот давай вот этого чувака убивать, что. Нам его надо убить. Придется, а что делать? Надо же эти задания-то доделать и улучшить полностью копье, тогда уже идти в дополнение. Я задумала, я это все, проходя сюжет, все это сделаю. А вот хренушки там. Блин, вот это понижать, конечно, стабильность региона. Это такая муторная хрень. Ой, блин, как нам высоко надо. Полезем, а что делать? Что там по времени, кстати? По времени. Так, сейчас, секунду. Чтобы выйти посмотреть. Так. А, ну, в принципе, я только начала же. По идее-то. Я только начала, поэтому я думаю, мы это все сделаем за эту серию. Я надеюсь. Ну, пока понизим, пока убьем. Ладно, убить это недолго. Пока. Самое долгое это вот понижать стабильность региона. Вот это вот долговато, конечно, будет. И нам еще два культиста и один главный. Не, ну вряд ли мы за серию это все сделаем. Но хотя бы к главному подобраться. Вот. А вот эти вот, где частички мне искать, тоже не совсем... Ну, частички, наверное, как раз за этих вот и дают, за убийство этих культистов. Потому что, а за что еще их могут давать? Я думала, их за сюжет дают, типа. Но, походу, их все-таки дают за убийство этих культистов. Ну, для нашего улучшения копья там какие-то частички же нужны. Если заметят, сейчас еще проверим, как на этой сложности я буду мучиться. Сейчас проверим. Это могут быть намного дольше бои, во-первых. Во-вторых. Так, нам предводителя тут грохнуть, в принципе. О, это будет жестко. Это будет долго. Это будет жестко, это будет долго. Ой. Меня будут, наверное, больно бить. Ну да, они теперь не такие мягкие, не такие пушистые. Они теперь не такие мягкие. Ай. О, да, это теперь жестко будет, серьезно. О. Не, ну эта сложность не для меня, конечно. Я поняла. Я вас поняла, чуваки, все. Милка захотела хороших наград, но поняла, что не, ни хрена подобного. Эта сложность не для меня. Только если можно, ну, как сделать? А можно сделать, к примеру, автопостройку, а также оставить, но сделать обычный уровень сложности. Потому что, ну, это прям, что-то они жестко убивают, конечно. Это не для меня, вы чё? Это надо тогда все по стелсу делать, там все потихо. А так как я иду в лоб, для меня такая сложность не подходит от слова совсем. Так, настройки. Я попробую также оставлю высокий. Но здесь делаю не по умолчанию. А, нет, оставлю по умолчанию, а здесь сделаю вот так вот. Давай так. Потому что, ну, бьют очень больно, реально, что-то прямо. Что-то один удар и до свидания. Ну, может, они меня вдвоем-втроем ударили. Но мне это не нравится. Вот, мне это не нравится. Жесткие ребятки. Очень жесткие. Ну, я так и думала, в принципе, что так и будет. Потому. Так. Сейчас проверим, как так будет. Так, мне кажется, тоже не легче будет. Блин, опять далеко бежать. Надо там было сохраниться мне, наверное. Потому что все это вот опять лезть туда. А, это все трата, такая трата времени. Сейчас я, наверное, залезу и сохранюсь там вручную. Если же F5 не работает, здесь такового быстрого-то сохранения нет. Если она сохраняется сама, там, каждые 2-3 или сколько минут. Ну, вот. А как вот, допустим, в Скайриме там или в каких-то подобных играх, в Ведьмаке, такого нету. Типа, F5 тут не работает. Тут только вручную надо сохранять. Сейчас прям наверх заберусь и тогда сохранюсь. Здесь опасно. Ладно, вот здесь сохранюсь. Надеюсь, не...
Так, сохранить. Так, загрузить, сохранить. Да, я тут сохранюсь. Так. Проверим, как в такой сложности будет. Ну, типа, автоподстройку я убрала, чтобы из-за наград, что, может быть, награды получше будут. А эту оставила. Ну, а это сделала обычно. А не сложно. Ну, сложное что-то прям сложно. Ну, и сложное тогда нужно это, по стелсу, типа, все. А где предводитель-то? А, так это, блин, крепость. Серьезно? Это если крепость, так нам нужно тогда это. Убрать вот эту фигню. Где она? Или здесь нету? Должна быть, если это крепость. Не вижу. Костерка нету, который зовет. Нет? Я не вижу. Нам вот эти всякие нужно собирать, чтобы это все к ослаблению приводит. Так, я не вижу здесь костра, хотя это крепость. Крепости обычно есть. Здесь что-то я не наблюдаю. Да, вот эти вот припасы всякие сжигать нам надо будет, чтобы... А, нет, вот она есть. Вот нам ее надо в первую очередь убрать, чтобы... Ну давай, выделяйся. Чтобы не набежала толпа, потому что я хз. Как это будет? Больно, скорее всего. Ну, слишком, если много набегут, это будет долго, тяжко. Не очень, короче. Так, хорошо. Где там наш костер? Я его отметила. Так, ну он не сильно далеко. Нам главное там ловушку поставить. Ай-яй-яй. Ничего, ничего, ничего. Давай быстрее лезь, зараза. Нам надо ловушку здесь поставить обязательно. А потом уже драться. Вот, все. Теперь можно, в принципе, драться. Ну как драться, блин? Мне, наверное... Мне надо убить вот это. Он... Ну здесь у него, конечно, толпа. Его охраняет. Так, ну давай проверять. Как нас будет больно бить. Больно или не больно? Блин, эти щитовики меня напрягают, конечно. Да блин, вы щитовики, так нечестно. Пойдемте куда-нибудь сюда. Я как должна с вами с щитовиками-то драться? Целая толпа щитовиков, вы что, обалдели? Так, ну вроде получше, но они, конечно, толстоватые. Они толстоватые. Но они тут все, конечно, такие, типа, крутые. Они, типа, крутые. Ну, бью хотя бы побольше. А, они, главное, меня поменьше бьют. Вот что. Вот что важно. Самое главное, чтобы они меня поменьше били. А с наградами посмотрим. Но они подстроены под мой уровень, типа. Это что, я отпарировала? Но я вообще парировать не люблю, на самом деле. Ни в какой игре. Так, ребят, подождите. Что-то вас много. А что, они друг с другом дерутся? Странные. Они бьют почему-то этого наемника. Это как-то странно. Ай. Что по наградам? Не знаю. Это на наемнике надо проверять. А я же убила наемника, кстати. Я просто хотела, чтобы легендарные предметы падали. Ну, скорее всего, это нужно высокую самую сложность ставить. Или там кошмарную, или какую-нибудь. Чтоб прям выпадали.
А так у меня из наемников выпадают в основном эпические предметы. Эпические. Ой, больно. Так, они что-то между собой, короче, дерутся. Пусть дерутся, мне без разницы. Ай. Мне, в принципе, без разницы. Мы сейчас посмотрим, как с этого наемника что упадет. Кто-нибудь, на помощь! Ай. Спасите, я горю! Да хватит. Подпинаться. Нет, эпическая с него падает так же. Только 79-го что уровня. А, так, как бы. И в чем эта автоподстройка уровня работает, я так не пойму. Хрен его знает. Так, нам надо вот этого убить в первую очередь. Предводителя. Собака убежал. Хорошая у него охрана, ничего не скажешь. Прям нормально. Ну смотри, вот тут из этого тоже, с командира или кто он там, тоже фиолетовое выпало, из этого фиолетовое. Значит, все-таки немножко это работает. Единственное, на легендарной, конечно, не будут. Может быть, иногда и будут выпадать, но не так, что прям с каждого соперника. Ясное дело, что с каждого не будет падать. Так, мне нужно теперь... Так, этого я убила, но это не особо помогло. Мне нужно вот эти всякие тоже теперь... О, так тут, смотри, фиолетовые падают из обычных. Ну да, тогда есть смысл автопостройку. В принципе, дерусь я нормально. Во, из сундуков, смотри, фиолетовые падают. Ну, это уже хотя бы что-то. Это уже неплохо. Помогите! Ну-ка. С этого ничего. А с этих, смотри, раньше падали эти... Как их? Серенькие вообще, да, шмотки. А сейчас синенькие падают, то есть разница есть. Что даже с обычных врагов мне могут упасть фиолетовые. А фиолетовые они тоже прилично стоят. Прилично стоят, как бы, и... Нормально. Нормально, неплохо. Ну-ка, с тебя что? С тебя драхма, ладно. Так, мне надо вот это всякое ломать. Убивать всякие вот эти вот припасы вот эти вот фиолетовые, которые они это все ослабляет, это все должно ослаблять. Ну блин, я чувствую, с одной крепости я не ослаблю полностью. Ну предводитель это я убила. Обычно когда предводителя убиваешь, то ослабляется все это. Сейчас что-то не особо ослабилось. Так, привет, ребятки. Да, сейчас будем драться. Йоху! Ой, это было. Еще. Вот синие, да, с обычной вот этой штуки, стойки. Синие эти шмотки. А бью я, в принципе, точно так же, как и раньше. Разницы я не особо и не замечаю. Так, стабильность региона минус 40. Но еще чуть-чуть осталось, по идее. Осталось чуть-чуть, по идее. Нужно капитанов еще, наверное, убивать, чтобы стабильность падала. Так, где эта штука, брюка? Где она? Где-то здесь, блин. Я вокруг да около хожу. Внутри, наверное, вот она. А, нет. А, вот здесь, нет? А, нет. Подожди, а где? А, вот она. Спрятали так, нафига себе. Так, хорошо, это мы... Все, Ахея, регион уязвим. То есть мы можем вступить в бой, в принципе, да? Без проблем.
Хорошо. Ну, вот этого я бы еще убила, на самом деле. Капитана. Ну вот, бью нормально, меня бьют не особо, а... Что-то с него шмотки не упало. Но зато денег с них, смотри, денег нормально стало. То есть и денег побольше падает, и шмотки получше падают. То есть мы нормально уже будем играть. И бьем нормально, нас бьют не сильно, и хорошо, вообще замечательно. Мне такой вариант очень нравится. А с этих, может быть, и легендарные иногда будут падать, тут, наверное, в зависимости, как повезет. Ну, рандом, наверное. Тут работает рандом. Ну, фиолетовый, ладно. Ну, хотя бы фиолетовый. И сведения о наемнике еще какие-то выпали. Ну, и бабла, наверное, больше. Скорее всего, с них падает бабла больше. Ой. Так, ну регион уязвим. В принципе, можно идти биться, убивать этого культиста. А то как бы время-то идет. Так, где это у нас будет битва? Вот она. А за кого мы будем драться? Давай за Спарту, наверное, да? Или без разницы? Подожди-ка, а за кого мы должны драться? За Спарту или без разницы? За Афины я должна драться. Вот, а то бы сейчас за Спарту дралась, и культист бы не появился, и опять все заново надо было бы. Это было... Ой. Это было бы печально. Вот, так что нам нужно драться за Афины. Вот нам сюда надо. Так, а как нам переместиться сюда поближе? Блин. Так, нам, во-первых, сначала выйти отсюда надо. В первую очередь. Надо выйти отсюда. Убежать явно далековато. Мне кажется, все-таки надо выйти сначала из крепости. Выйти из крепости. Нет, не с каждого обычного этого врага падает. С некоторых и синяя падает. Да. Еще одного оставили, капитана. Ладно, хрен с ним. А, пусть живет, это нам не так важно. Мы главное ослабили. Бдительные так, бдительные стражники. Вот отсюда, наверное, будет ближе нам. А то бежать что-то 1000 метров такой себе, даже на лошадке. Это долговато. Хотя бы двоих культистов выследить нам и убить. Но остальные в море. Море это тоже такое себе. Если станьте инкогнито, отстаньте. Не хочу я становиться инкогнито. Блин, 703 метров. Нет, я зову лошадь. 700 метров это явно далеко. Кстати, у этого торговца, который за Рихалк торгует, там, короче, появилась внешка лошадки. Такая, типа, беленькая. Ну, там надо 100 Рихалка. Это очень много. Ну, можно подраться, но я не буду, наверное, этого делать сейчас. А то это все. Хотя, ладно, давай подеремся. Нам само хищников надо убивать. А как там слезть? Да успокойся, Миша, ёпта. Чё ты не попала-то, ёпа, ё-моё. Чё не попала-то? Миша, ты жесткий какой-то, слышь, успокойся. Михаил Потапыч, угомонись. 60 шкур с Мишки падает. Ну ты представь, сколько мне Мишек надо убить, чтобы это...
чтобы 2000 2000 шкур, чтобы нас зафармить. Поставьте. Так, все, ладно. Где лошадь моя? Это я чисто там вот для задания на рехалк. Ну, я его вряд ли сделаю там, потому что нужно. А что там? А что там еще нужно делать? Кого убивать? Я вот такие задания не люблю, когда конкретно кого-то, каких-то этих надо убить, которых, блин, в мире искать. Разбойников по Греции и дочерей Артемиды по всей Греции. Ну, ты попробуй. Поехали. Попробуй найди. Разбойники. Как, какие разбойники? Как они выглядят? Я откуда знаю? Ну, такое все, короче. Не люблю такие задания. Вот дочери Артемиды я примерно знаю, где такие чувихи могут быть. Это типа охотницы. О, господи, вставай. Ну вот, но не хочу я заниматься. Ну, сюжет мы как бы прошли основной, получается. В принципе, ну, прикольно. Прикольный сюжет. Вот. Теперь осталось только вот, как говорится, довести дело до ума, до, в конце концов, улучшить копье до конца. И, а в любом случае, я буду же еще дополнение, еще тут вот квестики какие-то остались. И дополнение. Так, давай. Мистия, ты вовремя. Грядет битва, и с помощью такого наема... Так, да, все, это они, они говорят, в принципе, это одно и то же. В этих битвах. Практически одинаковые слова они говорят. Вот, и здесь должен появиться, значит, культист, да, получается? А почему он за Афины появится? Что-то не совсем понимаю. Ай. Так, он там появился. Командир. Не того, ну ладно. Так, вражеского капитана. Его бы еще найти, этого вражеского капитана. А, вот, вижу. Так, готов. Где культист-то? Культиста я жду, алло. Где мой культист обещанный? Так, вот, кажется, наверное, сейчас появится, да? Да, вот он, кажется, это он. Увижу, как угаснет твоя жизнь. Ну пойдем, пойдем. Вроде бы это он. Да, это он точно, смотри. Палант утешитель. Это он. Да блин. Все, культист побежден, замечательно. Венец амазонки мне дали. Так, мне нужен командир. Да командир же мне нужен, ё-моё. То мы что-то как-то проигрываем. Так, он там еще вижу. Так.
Так, еще один готов, вот еще один. Мы победили. Мы победили. Что мне за это дали? 56 тысяч. Ого, нормально. Нормальненько так. Так, хорошо, с этим культистом мы разобрались. Замечательно. Дальше. Дальше морские остались. Вот. Сок отступит в морское сражение, если ослабить обсидиановые острова. Ой. Что по времени-то? Есть время у меня на ослабление? Нет у меня времени на ослабление. Мы тогда можем хотя бы сначала... Так, надо найти эти обсидиановые острова для начала. Сначала их нужно найти. Обсидиановые острова. Как они вообще выглядят? Вот, кстати, Артемида, охотничий лес. Можем сюда прийти, типа, Артемид этих поубивать. Где эти обсидиановые острова-то находятся? Как понять, где они? Обсидиановые острова. Тут как бы название регионов, а... Остров Наксос. Серебряные острова. А, вот Серебряные острова. Острова Абанта. Острова Гефеста. Каменевшие острова. Южные Спарады. Южные Спарады. Вулканические. Миссара. Так, Миссара. Вот они, обсидиановые острова. Вот, вот сюда нам надо будет. Ну, здесь опять же это долго. Опять всех вот этих предводителей ослаблять. А я тут дом предводителя не зачищала, серьезно. Угу. Это еще, короче, вот пока мы это все сделаем, это как минимум еще на пару серий, чувствую, затянется. Потому что сильно затягивать серию я тоже не хочу. Пойдем дом предводителя зачистим для начала. Я почему-то его здесь не зачистила. Но он так горит, как будто он не зачищенный. Давайте его зачистим. А там дальше видно будет. Ну чё так? Надеюсь, меня еще не заметили. Так, да, реально я здесь не зачищала. Смотри. Ну видишь, тут, блин, ну серьезно, тут порой... Да, порой все заметить невозможно. Я и так зачистила, сколько всего дофига. А, вот. Поэтому, видите, вот здесь не заметила. Ну ладно. Пошли зачистим как раз заодно. Заодно как раз и зачистим. Это безобразие. Так. Здесь остракон, кстати говоря. Смотри. Здесь остракон даже. Даже было страхом. Меньше преимущества. Ага. Но нам самое главное убить предводителя очень сильно. Это очень сильно ослабляет, как бы. Остальное в принципе делать не обязательно. Вот. То есть одно убийство предводителя, оно практически, наверное, наполовину. Наполовину, наверное, ослабляет. Все кончено!
Гори, гори, ясно. О, нормально горит. Он хорошо горит. Вообще хорошо горишь. Ну да, я же там что-то это, какую-то шмотку поставила. Чтобы они горели лучше. Чтобы, типа, больше урона наносилось. Вот они и горят. Так, и астракон еще здесь где-то. Еще одна это, еще астракон где-то. Так, а вон вижу наверху. Это все наверху. Драконами тоже надо будет мне как-то взяться за них это. То, что выкладываю, это я давным-давно уже. Под короной Тифона. Греться милость моего строго. Но это я отдельно буду делать, как бы. Так, все, с домом предводителя мы типа закончили. Довольно-таки быстро, кстати. Че, пойдем уж самого предводителя грохнем, но он в крепости сидит, собака. Или где он? Да, он вот в этой крепости. Ну тогда нам в эту крепость и надо. Смысл нам другую защищать. Мы сейчас в этой крепости предводителя грохнем. И все, как бы на этом ослабится. Это безобразие. А там уже в море поплывем этого культиста убивать. Это уже в следующей серии. Потому что... Что потому? Так, это крепость, блин. Опять здесь надо в первую очередь. В первую очередь костерок вот этот вот. Метить нам. Калиар, великий маг. Он еще и маг, ё-моё. Я думаю, я его убью, и дальше, если все ослабится с его убийством, то дальше ничего смысла нет, не буду делать. Я, тем более, я же зачищала эту крепость. Так, ну в первую очередь нам нужно к костерку. К костерку, чтобы вот эта вся честная компания на мозг не колупала. Вот, давай. Что за это? Даже не охраняют костер, блин. Охраннички хреновы. Должен же охранник тут стоять, по идее, всегда на стреме. Ну, типа, на случай. Так, пойдем сразу к предводителю. Чё это? Булки мять. Предводителя убью, и если не ослабится, то там тогда припасы добьем и все такое. А если это ослабится, то нафиг сбежим, да и все. Даже продолжать не буду. Это чтоб ты мне не мешал. Фига за ним это? Целая делегация за ним ходит, конечно. Давай вот этих сначала. Уху! Давай, бей его. Тряпочка. Нет, полностью, смотри, полностью не получилось. Значит, придется полностью эту крепость зачищать. Придется зачищать. Наверное, капитанов надо убивать. Плюс вот эти вот припасы. Плюс припасы сжигать. Ну да, наемники пришли, конечно. Куда же без них? Так. Без наемников никак, естественно. И мелкие тут приперлись. Можно я заберу? Подожди. Да, гасите, тушите. А ты еще живая, что ли? Ты живучая, конечно. Еще один. Ай-яй-яй, тройка! Ух, успела! Что-то больно, подожди, стопы. Вот это что-то не очень. Да, я пошла, короче, хилиться. Куда-нибудь. Я куда-нибудь хилиться, можно пойду?
Вы что-то как-то больно вы меня бьете, собаки такие. Сейчас я немножечко отхилюсь. Так, все, теперь можно идти, в принципе. Да не трушу я, просто как бы хпшечка немножко... Немножко хпшечка кончилась, поэтому... С копьем своим дурацким. Это наемник. Ай. Сгори ты уже. Вот, вот отстань. Все, он сгорел. Так, ладно, следующий. Следующий наемник. Поехали. Бомб с тебя. Ой. Гори, гори, моя звезда. Ах ты, собака, ты мою эту вот штуку. Да блин, слезь ты, господи. Я тоже горю. Ну ты чё косая это такая, Кассандра, ё-моё. Чё косая это, ну серьёзно. Окосела совсем. Блин, наемники, вы задолбали. Кончаетесь уже? Конечно, на вас деньги фармлю, все такое. Так, лучники, что-то вас много тут, лучников. А ты что такой сильный? Ну, огонь обычно водой тушится, ребята. Так, да. Что мне вас учить, как огонь тушить? И лучники бесят, конечно. Да хватит же меня бить. Так, ладно. Ой, лучники, задолбали вы уже. Давай, птичка, помогай. Где еще? Что, лучников тут до хрена? Собака. А это какой-то жирный лучник. Это реально какой-то жирный лучник. Так, теперь мне припасы надо сжигать. Разобрались под немножечко. Немножко разобрались. Ну, чуть-чуть подлиннее будет серия, это ладно. Чуть-чуть подлиннее. Так, это мы сожгли. Что-то мне кажется, если даже я здесь все зачищу, ослабит ли это? Вот вопрос. Как бы нам еще вторую крепость не пришлось зачищать. Не хотелось бы. Это я уже буду делать в следующей серии. Не сегодня я. Ну, блин. Кассандра, ты как-то странно все это делаешь. А ты можешь залезть? Да, спасибо. Спасибо огромное. За каждую эту по 20 ослабления, да. Так, ну у нас еще два там есть. Может быть, хватит. А я тут всех убила. Может, тут еще что-нибудь есть? Нет? Еще два у нас есть, которые могут... Там, наверное, там, наверное, казна. Вот нам в казну, наверное, в первую очередь. Пойдем в казну. Вот это должно полностью ослабить. Афине нам не понравится. Всё. Так, все, уязвим. Теперь появится, должен на море, типа, появиться культист. Ну, это мы поплывем на море, но уже в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. А, я здесь не могу переместиться.
Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, с вами в следующей серии. И всем пока-пока.